Третьеклассник Апатитской гимназии сыграл за команду телезрителей весенние серии игр «Что, где, когда». Вопрос школьник отправил в Москву еще в сентябре прошлого года. А недавно на Первом канале прозвучала долгожданная фраза ведущего программы. Против вас играет Михаил Тетерин, город Апатиты, Мурманская область. Юный апатитянин спросил знатоков о своем увлечении и записал на эту тему видеообращение. Ирина Кузьмина с подробностями. У меня есть одно увлечение. Однажды, готовясь к соревнованиям по нему, я посетил библиотеку и взял там книгу с названием «Отдать, чтобы найти». Внимание, вопрос. Так чем же я увлекаюсь? Звучит сигнал для обсуждения, и уже на первой секунде знатоки из команды Дарины Сибуль дают правильный ответ. Шахматы – этой интеллектуальной игрой Михаил увлекается с первого класса. Фразу «отдать, чтобы найти» понимает просто. Чтобы победить, нужно пожертвовать фигурой на доске. Я, конечно, был очень рад, и семья наша была рада. Мы не могли посмотреть эту игру, потому что мы были позже. Но наша мама смотрела, и она нам сообщила, что Даша вопрос, конечно, проиграл. Но все равно мы очень радовались того, что Даша вопрос все равно выпал. Для Михаила опыт участия в игре «Что, где, когда» первый. А вот его мама уже не раз побеждала знатоков в интеллектуальном поединке. Она и помогла сыну составить вопрос. О том, что отправил видео на программу, Михаил никому не сказал. Для одноклассников и педагогов это стало приятным сюрпризом. Мне очень приятно, он порадовал меня таким вопросом. Да, он был момент даже, когда приходил на занятия дополнительно. За Мишу, конечно, очень рад. Михаил и далее намерен участвовать в игре «Что, где, когда». Он уже отправил новое задание, которое пока держит в секрете.